итогам работы за первый квартал 1989 года мы имеем 1 миллион сверхплановой прибыли. Что касается 1990 года, последнего года пятилетия, здесь со всей остротой стоит вопрос о переходе на новые, более прогрессивные модели выпуска телевизионных приемников, в первую очередь телевизора четвертого поколения и системы PAL-SICAM. Все перспективы дальнейшие, в том числе и экономического роста, связываем с управлением выпускаемой продукции. Теперь информация корреспондента «Маяка» и ее развитие за месяцем. Сразу 100 работников такой же типичной Пензенской области получили путевки в санаторий. Причем им не потребовалось для этого ни отпуск оформлять, ни билеты на поезд или самолет.
Mm-hmm.